Шапки, шарфы, перчатки. Это сток CND, 100% акрил, шапка крупной вязки. Далее пара перчаток. Вот такая вот шапка. Все новое, все с этикетками. Лоты небольшие, по 5 килограмм. CND, как я уже говорил. Так, 100% акрил, снуд крупной вязки. Женские перчатки. 30% махера указано в составе. Еще одна пара перчаток. Так, это шарф. Шляпа женская. Еще одна шляпа. Стопроцентный акрил. Снуд крупной вязки. Тоже, кстати, акрил. Так, это, по-моему, палантин. 100% акрил. Шапка крупной вязки, тоже 100% акрил. Пара перчаток серых и 30% махера указано в составе. Шарф крупной вязки. Стопроцентный акрил указан в составе, тоже шарф. Длинный, кстати. Широкий, длинный. Так, шапка. Здесь у нас 15% альпака, 15% шерсть в составе этой шапки. Шарф. Так, это, по-моему, палантин. Тут написано 79% полиэстера и 21% вискозы в составе. Так, снуд крупной вязки. Это палантин. Почти как плед. Тоже, по-моему, акрил. 100%, да. Видите? А, нет, это накидка прям такая большая. В миксах у нас встречались, да, сегодня? Видели мы? Так, это шарф. Здесь у нас 100% акрил указан в составе, тоже широкий. Пара перчаток. Кепка. Снуд крупной вязки. 100% акрил, как всегда, в составе. Вот еще один снуд. Тоже акрил. Шапка. Здесь у нас почему-то нет этикетки. А на бирке написано, что здесь 100% акрил. Пара перчаток. Еще одна шапка. Так, это что такое? Я уже боюсь называть, что это палантином. 73% акрила, 23% полиэстера. Да, вот это, по-моему, как раз есть палантин. Не накидка, как в тот раз. Так, это снуд. Шапка. Это вот, кстати, последняя вещь, которая осталась в этом мешке. 30% махера указано в составе. И на этом все.